Долговременный лагерь нам была проблема. Белки не приживались, но вот последнее время довольно хорошо здесь себя чувствуют. Весной, правда, было вроде бы как побольше, но сейчас мы видим, что белки в парке есть. Не только наши рыжие, но и черные. Такие вот они, милахи, симпатичные, очень любознательные, любят туристов и отдыхающих, вполне заслуженно, потому что это основной их источник корма. Хотя тех же дубов здесь тоже в изобилии. Можно найти что-нибудь для пропитания естественное. Это белка Геннадий. Она давно уже участвует в наших экскурсиях, хорошо нас знает. Вот только что, видите, продемонстрировала, как она нашла как раз желудь, про которую рассказывал, и сделала вид, что его зарывает. На самом деле, так как мы находимся рядом, она обманывает нас. Белка одна из немногих животных, которые могут обманывать, в том числе и человека, делая вид, что где-то зарыла, а потом перепрятывает. Но вот в данном случае белки скорее тренируются в этом искусстве, потому что желудь, который она пыталась зарыть, в общем-то остался на своем месте. Да, Геннадий? Несколько слов для наших подписчиков. Ну, вот Геннадий оказался немногословным, хотя замечательно продемонстрировал все свои способности, наглядно показав, что белки – это довольно сообразительные животные, которые могут не только прятать орехи и желуди, ну и обманывать, практически как люди.